Thank you. What is the material for this? What's material? I see. Yeah, composite, yeah. Oh, it's lovely. Do you know who is this man? The Blues Brothers. Uh-huh. They're Jake and Elwood Blues from the movie, The Blues Brothers. Oh, good. Amazing. Oh, your cat is very well as well. Снова всем привет, друзья! Посмотрите, куда я привела вас сегодня. Я привела вас сегодня на берег океана. Я давно с вами здесь не гуляла. Мы все гуляли с вами последнее время по паркам, потому что все-таки ветрено, вы знаете, на побережье очень сильный ветер часто. Сегодня у нас суббота, 13 марта, и погода испортилась, друзья. Уже четвертый день, дождь идет, ветер ночью так свистал у меня за окнами, что повалял даже там все бачки для мусора. Очень нехорошая погода обычно бывает здесь в марте. Как это не покажется странным, но март и февраль самые холодные, неприятные месяца или месяцы. Месяца или месяцы здесь, в Англии. Шторма начинается, дожди, но в прошлом году был даже снег у нас 17 марта. Сейчас покажу вам видео в правом верхнем углу, как обычно, посмотрите, что творилось. Поэтому этот год еще более-менее нормальный. Что хочу вам показать. Не знаю, будет ли слышно, ветер тут ужасный. Посмотрите, вот это вот глина. Глина голубая называется, да? Вот она так выглядит. Здесь рядом, посмотрите, глина розовая или красная, да? То есть у нас в этом плане остров, это просто кладезь. Посмотрите там дальше, сколько обвалилось. Сейчас подойду. Вот она, глина розовая и глина голубая. И я ее собираю, привожу и делаю себе вот такие вот маски. Наверное, пару раз в неделю. По-моему, так очень даже неплохо смотрится. Ну, а теперь я перейду к сути. Что сегодня я хочу вам рассказать и о чем мы с вами сегодня поговорим. Друзья, у меня одно из моих недавних видео вдруг неожиданно вышло в топ. Оно называется «Нужен ли женщине после 60 лет мужчина?». И мало того, что там сразу у меня просмотров очень много, много комментариев, и не оставил почти никого равнодушными тех, кто зашел и посмотрел вот это вот видео. И, как ни странно, там появились у меня мужчины, которые пишут, что они вот хотят тоже пообщаться, что они тоже одиноки, у кого-то жена умерла, у кого-то что-то еще случилось. И вы знаете, я очень рада этому, и я вот думаю, а не попробовать ли на самом деле мою предоставить площадку людям, которые одиноки, которые, возможно, могут найти здесь друг друга. Представляете, как это было бы здорово. Ну, а я хочу вам сегодня рассказать немножечко, совсем чуть-чуть, только то, что я знаю, то, что я встречала. Мои вот такие вот небольшие видеозарисовочки, сюжеты о мужчинах, англичанах. И я опять буду говорить о мужчинах 50+, конечно же, но потому что как раз эта возрастная категория, она близка мне. Я не могу рассказывать о мужчинах молодых, 30-летних, потому что, конечно же, они уже, наверное, совершенно новое поколение, и я их практически не знаю. Так вот, что собой представляет мужчина английский? Одинокий 50+. Чаще всего этот мужчина разведен или живет раздельно, живут, не оформляя разводов, ну, потому что, во-первых, это очень дорого, оставляют без штанов людей все эти судебные издержки по разводам.
если там еще, не дай бог, дележка имущества, это у вас продлится больше 5 лет, вся эта судебная тяжба. Поэтому многие тоже мужчины живут, да и женщины, не оформляя разводов, называется сепарат. А так как при разводах чаще всего английский суд встает на сторону женщины, вы не поверите. И как бы там ни было, тем более, что чаще всего у женщины остаются дети, и суд присуждает большую часть имущества, чаще всего даже еще и дом, в котором совместно проживали супруги, суд присуждает женщине, а мужчине какую-нибудь денежную компенсацию в лучшем случае. А так, что говорят, что мужчина может сам себе заработать, если он одинокий. Короче, вперед в свободное плавание. И поэтому эти разведенные и отдельно живущие мужчины 50+, они чаще всего не имеют своего жилья, а снимают или арендуют жилье. Вот у моей одной знакомой, я вам про нее рассказывала, она занимается бизнесом, сдает свое жилье, комнаты в доме, сдает жильцам, и у нее из 5 человек 5 человек именно мужчины. Возраста 50+, очень редко, когда молодые мужчины. А вот такие вот разведенные, как у нас говорят, ни калаша, ни двораша, прожив всю жизнь, живет на съемном жилье. И я говорю о женщине, хоть уже больше 20 лет проживает в Англии, чтобы я вас тут не сбила. Говорю же как раз про Англию, про английских мужчин. Так вот, эти мужчины, вы знаете, вот несмотря на то, что они доживают вот так свою жизнь, но вы представляете, что они абсолютно как-то не заморачиваются этим. Они продолжают работать, что-то такое там, понимаете, ходят куда-то в какие-то пабы, пиво пьют, смотрят футбол, и все. Даже, наверное, они уже поняли, что женщину искать, вряд ли кто-то будет тут заинтересован такой персоной, как этот одинокий мужчина, и чаще всего они даже и не пытаются найти. Англичанки, они же, знаете, тоже такие практичные дамы, себе на уме. И если у нее остался дом, она живет там королевой, конечно, она будет выбирать. И такие мужчины здесь англичанкам не нужны. И здесь правы те, кто говорят, что вот именно такие чаще всего англичане, ну или не знаю, как там в других странах, а вот англичане, если он хочет найти женщину, он ищет ее именно в интернете. И он ищет ее либо вот так вот, знаете, на одну ночь, если это рядом живущая какая-то женщина, либо если на серьезные отношения, то получается, что это будет иностранка, либо какая-то азиатка, либо, извините, женщина из восточной европейских стран. И ведь, как вы знаете, находят таких женщин без проблем. Вот сейчас опять всплывет мое видео, там в конце я встречаю женщину Людмилу, которая здесь давным-давно живет, тоже, наверное, лет 10, у которой ребенок 8 лет, посмотрите. Так вот, она нашла в 40 лет мужчину старше себя, разведенного вот именно такого англичанина, у которого до нее было 3 брака и 4 детей. Он женился, и вот они вот сейчас вот так вот живут, снимают себе жилье и с маленьким ребенком постоянно перемещаются, то в одну квартиру, то в другую переезжают на съемном жилье. И этот мужчина, его все устраивает, он еще платит алименты, помогает тем детям. Людмила, конечно, была недовольна поначалу, тут пыталась что-то изменить, хотела вообще уезжать. Но вот муж ей не дал ребенка, сказал: ты, пожалуйста, уезжай в Россию обратно, если хочешь, а ребенка я тебе не дам. Ну и вот что она сейчас говорит, она говорит, что да, я уже успокоилась, почти 10 лет вместе живем, и других мужчин, наверное, лучше здесь не найдешь, поэтому уже к своему привыкла, так и будем жить.
Но и это еще не все, друзья. Я вот сегодня ехала в автобусе, проезжала мимо гавани в Бембридже, Harbour называется так по-английски, и вспомнила, что здесь у нас в Англии довольно часто можно встретить даже такие интересные дома, как дом-лодка. Вот называется home boat по-английски. Это сейчас покажу вам. Как раз будем проезжать. Вот посмотрите. Это Harbour в Бембридже. Здесь помимо обычных лодок, помимо каких-то маленьких домишек, также мы можем увидеть и причаленные лодки небольшие, в которых живут англичане. Вот, посмотрите. Чаще всего, конечно же, это именно тот контингент опять разведенных мужчин после 50 лет английских, которые не нашли ничего для себя лучше, как поселиться вот на таких вот лодках. Довольно распространенное явление. Для кого-то, может быть, это даже и поразительная вещь, но здесь встречается очень часто. Я даже знаю тоже одного такого мужчину, ему сейчас далеко за 60, он бывший врач. Как получилось, что он дошел до жизни такой после развода? Ему пришлось купить вот такую вот лодку, денег хватило только на это. И он живет в этой лодке. Ну и вы знаете, тоже он старается найти какие-то положительные моменты. Он не унывает. Он говорит, что я даже в этой лодке путешествую. Вот сейчас ищу себе женщину, чтобы путешествовать вместе. Помните Татьяну из Риги, с которой я брала несколько интервью, показывала вам. Сейчас опять всплывет в верхнем углу. Так вот, именно через Татьяну я и узнала этого мужчину. И самое-то интересное, что она в полном восторге от него, что он такой интересный собеседник и вообще такой образованный человек. Она бы согласна даже с ним как-то попытаться более серьезные отношения завести. Но этот мужчина, он не хочет. Он считает, что он немножко помоложе Татьяне. Татьяне 71 год, ему за 60. И он еще надеется, что он сможет найти женщину поперспективнее, потому что он знает, что у Татьяны тоже ничего нет за душой, что она снимает, живет на хаус-бенефитах, снимает жилье от государства. Поэтому он мечтает найти женщину и помоложе, и со своим каким-то домом. Так что вот понимаете, мужчины, они, наверное, все-таки везде одинаковые, и цены себе составить никак не могут. Так вот, друзья, я к чему вам все это рассказываю? Потому что у нас бывает, складывается у женщин, которые никогда не бывали в европейских странах, вот такое вот странное представление о европейских мужчинах, что это все такие богатые, перспективные женихи. Ну вот, понимаете, хочу вас немножко разочаровать, может быть, тех, кто не знал то, о чем я рассказываю. Есть, конечно, и здесь перспективные мужчины. Чаще всего это вдовцы. Есть, конечно, такие мужчины, которые имеют хороший дом, которые полностью обеспечены, которые живут прекрасно. Но таких мужчин очень мало, и нужно постараться, чтобы их еще найти, и чтобы они на вас обратили внимание, потому что уж если у нас мужчины на лодках такую высокую оценку себе имеют, то вы представляете, как себя ценят те мужчины, которые ведут здесь прекрасную, безбедную жизнь, и такие мужчины еще 10 раз подумают, прежде чем решиться опять на какие-то серьезные отношения. Ну, а что касается меня и то, что я вам рассказывала, что я ищу мужчину для жизни совместной,
пусть не для замужества, но для того, чтобы как-то проводить вместе какие-то вечера совместные, куда-то ездить вместе, в общем, вы понимаете. Так вот, я хочу все-таки уточнить, что ищу мужчину, это не значит, что я бегаю за мужчинами, как тут некоторые мне пытаются вменить в вину. Я за мужчинами никогда не бегала, и искать мужчину – это значит просто быть открытой для каких-то новых отношений. Вот это так для меня выглядит, понимаете? Ну да ладно. Я уже много раз убеждалась, что каждый человек судит по себе. Если человек нормальный, адекватный, то он и о других людях думает точно так же. А если у человека что-то не в порядке внутри, то он и будет подозревать любого и всегда в хорошем видеть что-то плохое. И тут же в тему я хочу вам показать сейчас небольшое видео. Это как раз опять о том, что вот меня попрекают, что я хожу и заглядываю в садики, в дворики. Я хочу показать, что именно многие англичане, наоборот, приветствуют, если люди ходят и снимают их красивые дома, их красивые палисадники. И для этого, в общем-то, все и делается. Поэтому здесь никогда вы не увидите 5-метровых заборов. Здесь все украшения, они выставляются на улицу. Вот смотрите, я иду, видите, все впереди, перед домом, вот такие вот красивые клумбы. Какие-то красивые газончики. Не только для себя делают это англичане. Они делают это, чтобы украсить улицу и чтобы те, кто проходит, видели это все, наслаждались и говорили, какие здесь чудесные живут хозяева, как они, смотрите, украсили, как они радуют глаз всех прохожих. Я вам уже показала до этого такой интересный был во дворе, стоял монумент двух каких-то эстрадных певцов. Я, к сожалению, там вообще не знаю никого. Женщины мне попытались объяснить. Они с удовольствием разрешили мне все это поснимать. Со мной пообщались. И вот сейчас еще один такой мужчина, который мне сказал, что вы можете даже не просто так снимать, а вы можете зайти на территорию моего палисадника и все здесь снять, то, что вам нравится. Давайте посмотрим. Yeah, it's lovely. Вот этот мужчина, он сказал, you can go inside if you want. То есть ты можешь зайти внутрь, если ты хочешь. Потому что я спросила, могу ли я снять его, вот этот вот интересный садик такой. Он наставил тут фигур, каких только нет. Посмотрите, я действительно зашла туда внутрь. Но куда ж я денусь? Я же все это для вас хочу снять и показать. Не могу сказать, что я в восторге от того, как он здесь это все установил. Ну вот видите, тоже он поставил это перед домом. Все повернуты сюда к людям. Специально, чтобы люди ходили, смотрели, фотографировали. Он даже не против. Ну и, друзья, я, конечно же, не смогла вам рассказать даже и малой толики всего того, что хотела рассказать об английских мужчинах. У меня еще для вас много чего про них интересного. И у меня, поверьте, здесь очень много знакомых английских мужчин,
примерно моего возраста и моложе. И, может быть, даже, вы знаете, некоторые из них и хотели бы продолжить со мной какие-то серьезные отношения, но я вот как-то не заинтересовалась ни одним из них. Не то чтобы, понимаете, я искала каких-то богатеньких, как опять может кто-то подумать. Вот, например, Мартин, про которого я вам постоянно рассказываю, человек, который мне очень нравится, и я согласна была бы, если бы мы стали жить вместе. Он точно такой же ни калаша, ни двораша, он точно так же снимает жилье после развода, он живет в съемной квартире. Он платит за нее 500 фунтов в месяц, это, в общем-то, огромные деньги. И по идее, я была бы не против, если бы он переехал ко мне, и как-то бы мы с ним попытались наладить наше совместное проживание. Но вот видите, не получилось. Хотя тут опять, вы знаете, так интересно, когда я поделилась с одной из своих более близких подруг, друзей у меня здесь нет, но знакомые подруги. И вот я как-то рассказала ей про наши отношения с Мартиным. Она мне сказала: «Ой, да зачем он тебе нужен? Что ты? Даже не думай, не заморачивайся, ищи себе мужика с квартирой в Лондоне. Что ты будешь? Зачем он тебе? У него ничего нет, ни своего вообще, и зарплата там какая-то маленькая. Как вы будете дальше жить?» То есть, конечно, кто что ищет тут, можно сказать. Вот. А я искала именно человека для души и продолжаю такого человека искать. И все-таки надеюсь, может быть, даже если у меня не получилось с Мартиным, то я найду себе какого-то другого интересного человека. Но бросаться на любого каждого встречного я, конечно же, не буду. Здесь таких я могла бы уже давным-давно найти. Ну и в конце, друзья, я хочу вам показать еще такие довольно интересные вещи, которые встречаются здесь на английских улицах. Ну вот тот, кто дослушал до конца, послушайте небольшой мой для вас сюрприз. Немножко и о российских мужчинах я тоже хочу вам рассказать. Давайте посмотрим и послушаем. Такую вот историю. Вот посмотрите, выставляют на улицу вполне еще даже себе приличные вещи. Вот здесь выставили таких два стула. Крепеньких, нормальных. Единственное, что, ну, потертые они, конечно. Но можно привести в порядок, можно подкрасить. Вот я, например, шеби-шик занимаюсь. И просто почистить. А вот эти вот, я же говорю, покрасить, подшкурить, и будет вполне замечательные два таких кресла-стула. Но вы знаете, я вспомнила, что не то, что я собралась их забирать, нет, просто иду мимо, вам показываю. Так вот, я вспомнила еще давным-давно, когда мы с вами еще никуда не выезжали, когда для большинства наших граждан СССР выезд за границу вообще был закрыт. Только в какие-то страны ближнего зарубежья можно было выехать, типа Болгарии, я не знаю, в лучшем случае, Чехословакии. Так вот, я помню, я же жила в Архангельске, и у меня было много знакомых, которых моряки, мужья. И вот один был у нас такой очень промысловый, шустрый мужичок, который ходил на рыбном траулере, по-моему, рыбу ловил по полгода они ходили в море. И он так пристроился, вы знаете, вот я не знаю, то ли ему кто-то подсказал, то ли он сам был такой шустрый. Он ходил по улицам, они же там где-то пришвартовывались, в каких-то портах в иностранных. Он ходил по улицам, особенно в Германии, я помню, он рассказывал. И там собирал бытовую технику. Вот такую вот выставленную, где-то еще какие-то он уже знал там места специальные, типа свалок, наверное, таких. Он собирал эту технику, он притаскивал ее на корабль,
наверное, там в трюме где-то, я уж не знаю, потому что он привозил даже и холодильники, и какие-то там музыкальные центры. А тогда это было вообще, вы знаете, как с другой планеты. И если что-то было, там немножко надо было подремонтировать. Пока они шли обратно, они же долго ходили в море. И вот пока там где-то переплывали почти месяц, он занимался тем, что он ремонтировал эту технику. Он приходил в порт, тут его уже поджидали, его друзья. И вы знаете, он так на этом поднаторел, что у него даже стало получаться, наверное, больше зарплаты. Он выручал вот именно вот на таких вот вещах, потому что брал бесплатно, ну, представляете, почти... Все ремонтировал сам и потом очень за хорошие деньги продавал. И у него было желающих, там в очередь стояли за какой-то техникой. По-моему, какие-то телевизоры Sony он тогда даже привозил. Это было супер. И вот так вот они смогли даже себе и квартиру потом купить. Вот так бывает. Вот такое сегодня у меня видео для вас, друзья. Я надеюсь, что мы еще с вами не раз поговорим о жизни и... В частности, об иностранных мужчинах и о наших встречах и желаниях. Не забывайте, друзья, ставьте пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал, те, кто еще не подписался. Желаю вам всем всего доброго, желаю, конечно же, здоровья. А на этом я прощаюсь с вами, еще увидимся, всего вам доброго, пока-пока! Hi.